հիմա դեսել ես, ես Ադրբեջանի ճամփենով եկել եմ, $130 փող մուծում ենք. Армянские бизнесмены платят азербайджанцам таможенные пошлины за выезд в Иран. Газета «Жоховурд» получила чек, выданный азербайджанским таможенным постом, в котором говорится, что персидские водители, участвующие в перевозке грузов армянскими бизнесменами, продолжают пользоваться подконтрольным азербайджанцам участком дороги Горис-Капан, за что азербайджанцам платят $130. В связи с этим Жоховурд ежедневно пыталась связаться с министром экономики Вааном Киропьяном, чтобы выяснить, сколько жителей Армении заплатили азербайджанской стороне за пользование дорогой со дня поступления таможенных пошлин азербайджанцев. Министр, однако, призвал направить письменный запрос. Получается, что наши соотечественники, по сути, платят налоги не только иранцам, но и азербайджанцам за пересечение трассы Горис-Капан, так как альтернативная трасса для грузовиков непроходима. Возможно, это начало упомянутой премьер-министром Николом Пашиняном эпохи мира, когда наши соотечественники уже обогащают бюджеты своих бывших врагов. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.